Не имея на руках документов на возведение нового кафе, на том же участке собственник территории постепенно завозит щебень и песок. Начали заливать фундамент. Специалисты управления муниципального контроля срочно выехали на объект, чтобы предотвратить беззаконие. Срок действия разрешения закончился в 2012 году. Земельный участок предоставлен в аренду физическому лицу сроком до 2013 года. Производство строительно-монтажных работ прекращено. В отличие от птицы Феникс, восставшей из пепла, этому объекту возродиться из руин не удастся.